Тело не готово к 9-му, 10-му, 11-му, 12-му повторениям с определенным весом, преодолевая болевой порог, испытывая боль, преодолевая ее, нужно идти дальше и дальше. Как раз эти последние 2, 3 или 4 повторения и заставляют расти. Это отделяет чемпиона от нечемпиона. Если вы можете преодолеть болевой порог, то у вас есть потенциал для того, чтобы стать чемпионом. Если не можете, то забудьте об этом. Вот чего не хватает большинству людей — упорство. Собраться с силами, войти и просто сказать: «Я пройду через это, и мне все равно, что будет. Может быть больно, я могу упасть. Я не боюсь потерять сознание, потому что я знаю, это может произойти. Со мной неоднократно такое случалось, когда я тренировался. Но это не имеет никакого значения, потому что оно того стоит».